А вот герой следующего материала знает о войне не только из литературных произведений. Она человек эпоха. Краснодарской долгожительнице Нине Речкиной сегодня исполнилось 100 лет. Поздравить именинницу пришли с десяток жителей Карасунского округа. Ветеран Великой Отечественной пережила 4 войны, оккупацию Краснодара и голод. Работала водителем трамвая, поваром в детском саду и санитаркой в больнице. Воспитала 4 детей, 6 внуков и 12 правнуков. Родные отмечают феноменальную память своей бабушки. Исполнилось мне 6 лет, уже меня отец брал в поле, на огород. И то посажал меня на лошадь и давал травить, чтобы не срезать рядок с подсолнуха или что-нибудь. Помню один раз, шморганул меня через плечи, что рот раззявил, а пол того рядка срезано. С вековым юбилеем Нину Федоровну сегодня поздравили представители местной администрации и депутаты. Они вручили цветы, подарки и передали телеграмму от президента России с поздравлениями. А ветераны подготовили для именинницы музыкальный подарок. Несмотря на свой преклонный возраст, пенсионерка активна по жизни и никогда не теряет оптимизма. Говорит, это и есть секрет долголетия.